В Иркутскую область зимние морозы приходят уже в ноябре. Чтобы не заболеть, в рацион советуют добавлять больше витаминов. Или, например, чеснок – самое известное средство от всех болезней. Его средняя цена – 160 рублей за килограмм. Другой народный метод – ингаляция отварным картофелем. Килограмм этого овоща стоит от 20 до 30 рублей. Ну, если вы простыли, то, пожалуйста, отварили картошечку, подышали над паром. Чеснок у нас ежедневный рацион, обязательно. И в какие-то салаты, и просто зубчик чеснока нужно съедать каждый день. Ешьте овощи и фрукты, будете здоровы. Укрепить иммунитет помогает редька. Благодаря обилию витаминов, ее сок благотворно влияет на зрение и сосуды. Килограмм черной редьки стоит 70 рублей. А за кило белой редьки, не менее полезной, придется отдать 80 рублей. Не уступает в популярности капуста. Ее берут для засолки. Цена снизилась, и сегодня килограмм можно купить за 25 рублей. Кстати, поддерживать здоровье покупатели предпочитают и фруктами. Спросом пользуется виноград. Его плоды богаты клетчаткой и витамином С. В зависимости от сорта гроздья продают от 170 до 290 рублей за кило. Но чаще берут яблоки, ведь на прилавках всегда большой ассортимент. У нас сейчас берут очень хорошо яблоки, начали брать. У нас яблоки разных сортов, разных видов. Например, вот это Гренни Смит, он идет кисло-сладкий, сочный. Также есть Голден, он идет сладкий. Полезные витамины. Есть алматинский апорт, очень хороший, не сильно сладкий, не сильно кислый, ароматный. С завершением дачного сезона яблоки подорожали. И сейчас килограмм полезного фрукта стоит от 120 до 180 рублей. В ноябре сезон урожая наступает у киви. Считается, что одна порция этого фрукта содержит две ежедневные нормы витамина С. Килограмм можно купить за 250 рублей. Сегодня прилавки заполнены в основном импортными товарами. Рост цен обещают к зиме, но полезные овощи и фрукты популярны у покупателей в любое время года. Захар Семенов, Константин Синицын, новости «Сейчас».